너는 내치 향적여 내치 향적여 말하지 않아도 느낌이 와 머리부터 발끝까지 다 너는 내치 향적여 난 너를 보면 가지고 싶어 산다니 나 자기 전까지도 생각이 나 가는 발목 아래 온통 화와 정색 스키니진의 완벽한 조화 살짝 큰 듯한 가디건 아래 뚝 떨어진 긴 생머리가 참 좋아 수줍은 눈웃음도 Итак, всем привет! Я в аэропорту Алматы. И здесь я встретила девочек с лицея. Айпери, помаши! Айпери! Вот, и сейчас мы ждем наш рейс. Итак, с аэропорта меня встретила моя сестра, которая уже долгое время живет в Корее. А я попросила ее, так как я вообще не знала дороги к своему университету и вообще что, как тут. И она помогла мне обустроиться, помогла мне купить все необходимые вещи. А после мы просто пошли и погуляли по городу. 사랑이 찾았어 너는 내 취 향적여 내 취 향적여 Итак, мы приехали в Дундумун. Куда поехали? Мы только приехали. Тут лучше, чем в Хангуке, да? Хангуке, да. Тут лучше, чем в Хангуке. Hey girl, 잠시 말 좀 모를게 그 가치란 말 주는 어디서도 배웠지 You working, working, spit words like a boss Wonder woman, 현실판은 너의 것은 strong 느낌적인 느낌 또 뭔가 매혹적인 눈빛에 매료돼 섬세한 그 속에 또 뭔가 안정적한 몸짓 I like it, babe 너의 강렬한 미소 나를 보는 눈빛도 흠잡을 때가 Так, мы пробуем уличную еду Вкусно? Да. Вкусно. Perfect. 애교섞인 목소리 가까워지는 눈이 왜 이제야 나타났어 И знаете, что мне здесь нравится? То, что вот здесь, вот сзади меня получите специальные места, где можно покурить. То есть на улицах просто так идти и курить нельзя. Есть специальные места. Чем чёрт, я на но, не помню.
퍼센 달이나 자기 전까지도 생각이 나 가는 발목 아래 온동화와 정색 스키니진의 완벽한 조화 살짝 큰 듯한 가디건 아래 뚝 떨어진 긴색 머리가 참 좋아 수줍은 눈웃음도 멍 때리는 듯한 모습도 예쁘게만 보이고 가슴이 막 떨려 왜 이제 나타났니 You're my 취향적여 너의 가녀린 미소 나를 보는 눈빛도 흠잡을 데가 없어 한시도 지루할 틈이 없어 Perfect 애교 섞인 목소리 가까워진 이 눈빛 왜 이제 나타났어 드디어 사랑이 찾았어 너는 내 취향적여 내 취향적여 말하지 않아도 느낌이 와 머리부터 발끝까지 다 너는 내 취향적여 난 너를 보면 가지고 싶어 산다니 나 자기 전까지도 생각이 나 How? Hey girl 잠시 말 좀 모를게 그 가치란 말투는 어디서도 배웠지 Итак, после того, как мы очень долго ходили по моему дому, мы забрели в сити-холл. И в сити-холле оказалось, что идет большой, огромный фестиваль культуры. И здесь было настолько красиво все и неожиданно, так как в Сеуле, вот где бы ты ни ходил, здесь обязательно можно что-то найти. Perfect. You're my 취향적여
И напоследок я бы вам хотела оставить небольшую информацию об общественном транспорте. Как вы видите, это получается маршрут каждого автобуса, кто куда едет и как. Дальше на вот такой вот маленькой табличке показано, через сколько минут приедет ваш автобус. Что мне понравилось, что в автобусах всегда работает кондиционер, здесь чисто и аккуратно. Там есть, получается, маленькая красная кнопочка «Стоп», ты можешь на нее нажать тогда, когда тебе нужно будет выйти на нужной остановке. И у них всегда есть карта, то есть маршрут автобуса, то есть ты не потеряешься и можешь найти свою дорогу. И, конечно же, самое главное – это метро. Метро здесь очень большое, и у них вот есть свои маршруты и, конечно же, свои карты каждой линии. И, конечно же, внутри у них есть специальные места для пожилых людей и, самое главное, Wi-Fi. То есть, если у вас не окажется интернета, не переживайте. Вы были на канале Дарика Фокс. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Если вы хотите увидеть еще места в Корее со мной, то пишите в комментариях. И увидимся с вами в следующем видео.